В один прекрасный день я почувствовал, что я живу в Англии. Мне казалось, что все, что люди этим говорят, они очень обвиняют. Я чувствовал все время вину. И нет сил больше жить, и я не заслужил. Понимаю, что у тебя головой, что нужно, чтобы выкраска сделать это и это. Я другая. Не могу говорить, ты дура, ты идиотка, ты ничего не умеешь, ты ничего не знаешь, ты ничего не стоишь. Мне можно было это говорить, и я это принимала. Что я никуда не гожусь, что нет никакой надежды все это изменить, что мир мой кажется как-то можешь не все так плохо. А ты попробуй посмотреть на это вот с другой стороны. А что же если есть какие-то тараканы, а что же есть какие-то демоны? Страх сойти с ума.